приветствуем, это сборная России! На одной площадке настоящее и, возможно, будущее российского футбола. Звезды национальной сборной провели тренировку для юных спортсменов. Ой, здорово! Сыграть вместе с Головиным и Джики и забить мяч в ворота, на которых стоит Соболев. Для маленьких футболистов шанс один на миллион. Я думаю, что это будет для них воспоминание на всю жизнь, что в таком месте они играли со сборной России. Я думаю, что дети опять же будут счастливы. Кто-то у вас мяч увел? Мяч? Ну, конечно, я же чуть-чуть тоже поддаюсь. На мастер-класс приехали команды из Заполярья, Костромы и Челябинска. Дима Созинов занимается в Апатитах. У мальчика уже есть маленькие победы. В прошлом году он стал лучшим игроком в региональном турнире по мини-футболу. Но это только начало. Если прям такую самую идеальную картинку представить, да, где ты играешь, за кого? Ла Лига, Барселона. На позиции центрального полузащитника, капитана. Надо прям мечтать. Девочки на будущее в футболе смотрят более прагматично, но некоторые уже сейчас играют лучше своих ровесников-мальчишек. Был Арсений Никитин, я его обвела. Он пытался меня обвести, я у него мяч отобрала и обвела просто. Это у вас какое-то местное соревнование было или как? Ну, это на тренировке, и на соревнованиях я его, бывало, тоже обводила. Потом ему досадно было? Ну да, ему было немного стыдно. Футбол, поиграть со сборной, конечно, хорошо, но и возможность взять автограф и сфотографироваться с кумирами ребята, конечно, не упустили. Спасибо большое! Спасибо! Как вы думаете, дети любят больше футбол или футболистов? Да я думаю, футбол все-таки. Все занимаются футболом. Там я поспрашивал у ребят. Будущее есть, дети маленькие, понятное дело. Вот, поэтому пусть тренируются, верят в себя, и все у них получится. Сегодняшняя тренировка – это часть большой программы «Футбол повсюду». Но популяризируют его не только в Белокаменке, а по всей стране. Чтобы мальчишки и девчонки играли в футбол в каждой деревне, городе, поселке, Российский футбольный союз передал больше 85 тысяч таких мячей в школы. Лада Егорова, Борис Савельев, ТВ-21+.